Работа системы образования в Тюменской области продолжается в режиме повышенной готовности. Школьникам рекомендовано носить маски во время перемен. Что касается каникул, аналогичных московским, то их в нашем регионе не будет. Об этом и не только сегодня рассказал заместитель губернатора Алексей Райдер. В нашем регионе режим повышенной готовности сохранен при всех действующих ограничениях без изменений, продлен до 12 октября. И правда, мы даже не рассматриваем пока вот таких беспрецедентных мер. Во-первых, по установлению более раннего срока осенних каникул. Во-вторых, там по их особой продолжительности. Сегодня оснований переживать по этому поводу нет. Мы искренне надеемся, что мы сохраним ритмику учебного года. И осенние каникулы для наших школьников будут в последнюю неделю октября с выходом на ноябрьские привычные нам праздничные дни.